праздник с вековой историей. День международной солидарности трудящихся отмечен красным цветом в календаре и является выходным днем в стране. В Солигорском районе традиционно проходит праздничное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. В этом году местом народного гуляния стал парк четырех стихий. Здесь майское настроение горожанам дарили творческие коллективы района. Ансамбль народной песни «Шчыраваш» Солигорсторга, музыкальный коллектив неработающих пенсионеров «Беларусь-Калия», любительский коллектив народного творчества «Веселый балаган» и другие. Такой концерт пришелся по душе многим людям третьего возраста, которые собрались здесь с друзьями и бывшими коллегами, чтобы вспомнить славные трудовые будни своих дружных коллективов. Собрались мы сегодня с подругами, принесли фотографии старые, вспоминаем молодость, гуляем, веселимся. 1 мая – это день открытия сезона фонтанов в Солигорске. К огромной радости малышей и их родителей, самый большой фонтан шахтерской столицы предстал перед горожанами во всей красе. В течение дня работали торговые ряды, аттракционы и выставки продажи разных ремесленников. Солигорчане с удовольствием покупали сувениры, общались и отдыхали в парке целыми семьями. Город действительно преображается с каждым днем, происходит благоустройство города, и очень все красиво и замечательно. Много очень, как вы видите, сами людей, и я думаю, что праздник удался. Цветочки красивые, все зеленое такое, красота, вот парк этот прекрасный, и концерт шикарный просто. Праздник очень весело, энергично прям проходит, солнечная погода замечательная. Рядами нас не удивишь, у нас всегда так красиво, но концерт обалденный. Уже долгое время не видела парк таким вот оживленным. Мне очень нравится. Праздник труда 1 мая – это действительно праздник, который делает нас ближе друг к другу, собирает всех вместе, дарит хорошее настроение и такие незабываемые эмоции.